Договоры о рассрочке долгов на сумму более 36 миллионов рублей заключили жители Камчатки с энергетиками. Индивидуальные суммы соглашений варьируются от 20 до 300 и более тысяч рублей. Самый крупный долг по договору о рассрочке – 513 тысяч, сообщает Камчатскэнерго. Всего же с учетом предыдущих периодов на сегодня действует 3984 договора на сумму 196 миллионов рублей. В энергокомпании отметили, что в среднем потребители заключают около 25 договоров в неделю. Наличие соглашения о рассрочке платежа помогает не только облегчить процедуру погашения долгов, но и оформить субсидии и льготы. Основное условие для заключения договора – это внесение первоначального взноса в размере 50% от суммы задолженности. Остальные платежи делятся поровну на весь период погашения долга – от 3 месяцев до 1,5 лет. Договор о реструктуризации можно заключить во всех отделениях энергосбыта. Подробности читайте на сайте city41.ru.